Мы находимся около музея квартиры Льва Николаевича Гумилева. Квартира во многом открыта усилиями работников Поспецтрата Татарстана. На этом же здании установлена мемориальная доска. Автор Ахнаф Зикаев. Вот эта мемориальная доска. Когда мы впервые, представитель татарской общественности, Аминов, Велиулла Тилишов и я, посетили Льва Николаевича, он, повернувшись к Зелене, сказал: «Наконец-то мои пришли». Лев Николаевич просил себя называть татарским именем Арслан, Лев. Когда Шаймиев сюда приехал, в программе было посещение Эрмитажа. И когда мы ходили по Эрмитажу, вдруг Шаймиев извинился перед Петровским, говорит: «Я хочу побывать в Александро-Невской лавре, возложить цветы на могилу Льва Николаевича Гумилева». И там, когда мы были в Александро-Невской лавре, он сказал: «Хотелось бы памятник поставить этому великому ученому». На что Яковлев, это тогдашний председатель комитета по культуре, сказал: «У нас нет денег». Шаймиев сказал: «Татарстан деньги выделит». В свое время мне посчастливилось в документальном фильме режиссера Суганова, поставленном Татарстаном, сыграть роль Льва Николаевича. Я в его одежде исполнял эту роль, она мне пришлась в пору. Творчество Льва Николаевича мы помним, ценим, чтим, изучаем.